Рад приветствовать всех на своем канале. Ну что, продолжаем прохождение Monster Hunter World. С того самого места, где остановились вчера, мы взяли задание у повара, но, как я понял, сначала надо исследовать мир по карте, чтобы все открыть, найти хотя бы один гриб и потом уже отправляться на это дополнительное задание. Еще раз напоминаю, что это прохождение, вернее, прохождение этой игры будет, наверное, на YouTube, на видео. Вот, если пока будет грузиться видео. Ну, а стримы будут по другой игре. Так что... О, тут улетел. Видели, да? Вот, так что давайте дальше продолжать разбираться в игре. Ну, как-то так. Что еще хотел сказать? Наверное, подписывайтесь на канал, основной канал YouTube. Подписывайтесь на Twitch, подписывайтесь на VK Play Live. Все ссылки под баннером YouTube на все платформы. Ну, наверное, все. Так что давайте начинать. Всем приятного просмотра. Так, давайте примите задание заваруху с кестодоном. Погнали. Так, подожди. Я сейчас возьму этот, как его. Может, потом с ними поговорим? Давай сначала, наверное, задание возьмем, потом поговорим. Может, был с доски, наверное? Я здесь. Приятель пятый. Пятый я, наверное. Давайте присядем. Надо заплатить деньгами. Ну, давайте заплатим деньгами. А, мясная тарелка. Давайте мясную тарелку сделаем. Здоровье плюс 10, вынос плюс 25, усиление атаки S. Хорошо, теперь можно идти. Да. Нам давно пора в древний лес исследовать кестодонов. Так, разместить новое задание. Давай. Сюжетное. Давай. Выполнить задание. Денежная награда 1200 золотых. Увеличение по времени 50 минут. Ну все, погнали. Вот это вот что-то вот, конечно, тут мешает все. Игроки 4. Почему 4? Ну поставим 4, давай. Полное лечение. Можно отправляться. Так. Okay. Our job is to call a certain number of Kestodon. Recently their numbers have been getting out of hand. Wanna get going? Так, зелье. 7 штук. Так, зелье. Вперед.
Убейте нужное количество кестодонов. Кестодон самец, кестодон самка. А как их узнать? Ну это кистодон, вот же. Ah, there we are. Those, my friend, are Kestodon. Let's see you take him out on your own. Вставай, вы. Ты что делаешь? А лук вот такие. Рынется. Не нафиг. И нос лишь кончился. Так. А ты кто такие? Вот этот надо тоже задевать. Нифига он мне нанес урон. А, прям на него попал. Как тебе такое? От меня попадаешь. Долго пьет, конечно. А, это самец. Все, понял. Бери. Самец. Давай, а что он не собирается? То, что близко враг, что ли? Это самка? А, это кистодон-то это другие, это не те. Это вот эти кистодон-то, а это вообще другие какие-то. А чё я ничего ничего не могу собрать? Так, самка. Вот. А, надо убирать оружие. Ладно, давай найдем другую группу. Ты не собрал вот там вот. Самца ничего. Камень мне пока не нужен, наверное. Так, где другая группа? Так, о, что это такое? А, это камень. Так, самец. Одна штука. Это, короче, вот эти вот живостники, это о, куда сюда, где ты? А где он? И где?
Да, заточка быстро заканчивается. Да где ты, блин? А, вон он. Подожди. Ну вот, я правильно шел. Это что за трава? Давай посмотрим. Да подожди ты. А, это зелье делает. Противоядие, зелье. Так. Где ты у нас? Так, разворачиваемся. Это что за цветочек? Так я еще не собирал. Хорошо. Over here. Да вижу. А, вот. Ну, пошли. Что ждешь? Be careful. Так, давай. Хочу цветочки. Огненная трава. Взрывчатки. Для производства взрывчатки производится. Удивительно, мне когда она самостоятельно оружие убирает, это мне не нравится. Давай. Мимо. Есть. Ох. Хорошо ударил. Надо поточиться. Так, поточиться. Ну да, тут, конечно, замучишься так тащиться. Точи, ёпты! Ну я успел поточиться. Мне надо еще успевать это, эти зелья. Тринадцать. Один удар. Может, развернешься? Так, это все. Надо вот это вот теперь самса. Берем. Ты зараза. Не дай, дай мне собрать их. Они не дают собрать. Вот сволочи. Мимо. Thank you.
оружие игроков. Готово. Это самочка. РБ. Так, 5 самок все мы выполнили. Выскинули полевого отряда. А, мы всех убили, что вроде мало было. Ура. Вот это мне, конечно... Вот это мне не нравится, когда меня прерывают. Фига. Зарубал. Большой Еграс. Во время гона стоит от него избавиться. Сейчас. Новость уже знаю, охотно большого Еграса. Да подождите, ну блин, вы можете использовать сигнал собственности. Блин, ну вот зачем так сделали, а? Прервали мое это. Я не собрал ничего, блин. Вот это неправильно сделано в игре. Я считаю, это разрабы. Я собирал эти шкуры, которые мне нужны для апгрейда брони, оружия, и меня тут прерывает катсцена. Ну, как-то не очень. Ну, это красиво, но... Так, тут рыба есть. И довольно-таки большая, вон там плавает. Прикольно сделано. Не, ну открытый мир красив. Красив. Хотя мутноват немножко. Ну тут надо, конечно. Оп. Надо, конечно, это. Камень. Камень не нужен мне пока. Косточка. А она мне нужна? Мне не нужна. Так, теперь сюда, да? И дальше. Так. Печатки лап, а где они? А, вот они. О. Давай. Блин, ну вот в очках сижу, конечно. Линза это не то. Глаза свои лучше, блин. О, гриб какой-то. Что за гриб? А ну это синий гриб. Это синий гриб. Это не то. Так. Так. И чё, куда? Так. Стоп, я тут поднялся. Может мне сюда куда-то? Убить большого Еграса, новое задание. Ну как раз вот это два задания и... Может он туда убежал? Так, на карте же показан должен быть. Ну почему-то его нету на карте. Но я почти всю карту открыл. Уже не нашел грибы-то эти. Где? Выполнил задание большой Еграс. Так, скрыть задание. А где он уже? А, его. А, он появляется только тогда. Подожди, ладно, подожди. Может, сюда надо идти? Нет. Следы где были? А, вот следы еще какие-то. Ага. Всё, значит, пойдем сюда. Так, давай.
Все правильно, что я это. Ух ты, выносливый, смотрите. Блин, какой жук был там? Надо было заполнить жук. Выносливость у меня 40, сколько сразу прибавилось. Давай вот этих соберем. Так, хорошо. Косточка. Так, подожди, вот он. Хорошо. Горючего не понимаю, ты на самом деле. Снаряды какие-то давай. Но они же. Блин, ну они же охотники, они же не следопыты, все, максимальное число грибов набрал я. Ну вот еще. Окей. We've tracked the Great Jagras enough for the scout flies to lead us to it. Что светлячки? Так быстро все пропадает. Он должен на карте появиться, да? Да, он появляется на карте. Я иду правильно, значит. Ну все, светлячки приведут, короче, к нему. Да, он сказал. О. Так, еще. А это что? Вот это я еще не собирал. А, собирал его ягода. Так, давай. Так, речной папоротник. Так, нам сюда. О, еще следы. А, за следы нам дают 5 очков этого опыта. А, вот ты где ты. Большой игра, да? Ну понятно, уклоняться надо. Я пока выпью, ты не против? Хера. Да, отлично как-то. Ну что так просто, как хотелось бы. Вот, ножи. Ах ты попал. Короче, тут надо делать когда 2-3 удара и уклоняться. Еще хвостом бьет. Лапы бьет. Попал. Ладно, еще пока. Хорошо. Мимо. Ну, интересно сражаться. Нифига у него, смотри, слюни аж потекли. Так, заточка. The monsters are running away. Use the scout flies as a guide and they'll lead you right to them. Чё он сказал? Вот это вот, конечно, написание. Измост становится всем серьезный урон. Они пошли. А, это нам 5 очков дают. Ну, сражаться интересно, вот, честно вам скажу.
Не просто так они прям тебе дадут себя побить. Давай, наверное, заберем тоже. Так, пошли. Хорош, а ты что сюда пришел-то? Питер. Так, подожди. Все, готов. Ты зачем убираешь? Вот это, зачем? А. Я не то нажимаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, опять эти мешают. Куча костей. Куда он делся-то? Питер не дает. Подожди, подожди. Он куда-то сюда убежал. Куча костей подожжу. А, вот гриб какой-то. Ну это парализующий гриб, наверное, да? А, снотворные бомбы. Ну, хорошо. Так. Так, ну давай. Где? Так, давай, наверное, поточимся. Надо лишнее убирать для боя. И подлечимся. Вот он. Самое начало пришел. Так, принципы. Пожрали еще. Ну все, хана тебе, большой еграх. Сейчас. Угу. Какой? Вот ты. Hit it with all you've got.
Он, главное, сквозь текстуру прошел. А он все хромает. Ой. Ты опять куда ушел? А, сейчас в логово пошел свое, наверное. Так, мы за ним. Хитрый какой. Иначе вам. Ну ты где? Ты скотина? Убегай от меня. Давай, иди сюда. Так, ну вот. Что? Да, все. Нет, не все. Рано расслабился. Ага, отлично. Хорошо. Попал по мне. Отлично подключился. Какой ты жирный. Он специально в логово к этим пришел. Ай. Это как-то... А, у меня это. Блин, переключился. Да, надо это. Вот это пафос, конечно. Стой! Ты смотри, какой, а? Ой, зараза. Мегазелья. Так, вот этот. Где ты? Ну, вот он где. Готов. Завалили. Это на плотике. Минуту на это, на сбор этого чего-то, что его можно взять для создания оружия или там брони. Так, что мы еще можем здесь сделать? Камень не нужен. О. Подлечимся заодно. Да. Что тут еще можно собрать? Да. Молодца.
Кажется, есть зацепка. Maybe. Возможно. Let's check it out. Что ж, твои слова подтвердились. Вот цель, ваша цель. Ну, на него надо противоядие брать. Что-то его взбудоражило. Смотрите. Впервые вижу подобное. Это Зором Макзора, блин. But we better report back first. All right? Так, все. Награды. Чешуя. Шкура. Еграса. А это что такое? Это шкура... А, ну понятно. И нам дали сферу доспехов. А это что? Кальп Кестадона. Железная руда, ну это мы собрали, да. А вот это дополнительные награды. А, коготь Большого Еграса и гриву Большого Еграса. Ну, в принципе, я доволен. Потихонечку вроде что-то начинает получаться. Так, это малое круче чудовище дали мне. Взять все. Взять и награды, да. Столько всего, конечно. Обмороки 0, размер группы 1, чудовище. Уровень из ранг охотника по 2. Записи обновлены. Новый свет. Открыть задание на 2 звезды. Я открыл. Галерея добыл новую катсцену. Думаешь, твоя находка придет нас к Зори Магдаросу? Можно было отправить несколько исследователей хоть прямо сейчас, но не с бешеными поки-поки у нас на хвосте. А территория Пайкуль в самое сердце, соответственно, если мы справимся. Сейчас наши ребята с центра все закончится в основном лагере, когда все будет готово, мы будем подвигаться. А до сих пор мы будем делать все, чтобы помочь им, пускай закончить лагерь. Ну, за дело. Да. Поговорите с интендантом. Так. Это кто такой интендант? О, хрюшка. Если увидеть знак над головой вашей крюшки, нажмите Б. А, хрюкринг. Погладить. Да. Вот, интендант. Привет. Ну что, пятерка, это правда? Ты поможешь нам снять лагерь? Прекрасные новости. Надеюсь, тебя не зря так нахваливают. Если нет, то у меня для тебя... Да не перехвалите меня. Экспедиция изучает множество самых разных явлений, не только ваши древние драконы. Проект нам приходится сами застроить нужную базу, нельзя привести с ними из нормального штаба. А, распределение работы здесь занимается ресурсным центром. Он же следит за ее выполнением. Так что за дело тебе поручается разбить лагерь. Отправляйся в экспедицию в древний лес, найди подходящее место и обеспечь его безопасность. Если там ошиваются какие-то чудовища, придется их прогнать. И все понятно, чтобы получить награду, тебе нужно разбить лагерь. Исследование подтвердилось.
Ресурсный центр занимается опросами исследователей и распоряжается ресурсами, необходимыми для исследований. Для выполнения заказов нужно подписаться на них. Для выполнения же просьбы о доставке достаточно просто сдать необходимые предметы. Разблокировав исследование во время выполнения заданий и в экспедиции, загляните в ресурсный центр, чтобы начать особое задание. Чтобы просмотреть информацию, что внутри, потому что, блин, так сколько всего, конечно. Нет, пока что ничего не надо. У меня ноль заказов. Заказы — это поручение, которое вы выполняете, находясь на задании или в экспедиции. Ага. Первым делом проверьте важные заказы. Затем можно взяться подписной заказ. Вы можете брать несколько заказов одновременно. За выполнение заказа вы, как правило, получаете сферы доспехов и очки исследования. Выполнен заказ — не забудьте внести ресурсы за награду. Подписные заказы. Из списка можно выписать до 6 таких заказов. Не забывайте заглядывать сюда почаще. Список обновляется, когда вы возвращаетесь с задания или из экспедиции. Понятно. Важные заказы. Эти заказы принимаются автоматически. Выполнив их, вы разблокируете или улучшите новые объекты. Выполнять важные заказы можно параллельно с подписными. Вы также можете выполнять несколько важных заказов одновременно. Ограниченные заказы. Эти задания периодически появляются в сетевой игре, и выполнять можно в течение ограниченного времени. Как только в игре появляется новый ограниченный заказ, старый исчезает, если вы хотите выполнить все, следить за сроками. А, вон нет. Так, важные. Восстановить лагерь в лесу. Ну, мы его приняли или что? Наверное, да. Пора отправляться в путь. Так, ну тут со всеми... Давайте посмотрим, что можно сделать у кузнеца. Мы все бегаем. Есть лагерь в древнем лесу. Ну, подожди, лагерь в древнем лесу. Я хочу сначала в кузницу попасть. Вот сюда. Тут нового есть что-нибудь? Блин, диалоги, конечно. Так, выковать снаряжение. Можно что-нибудь сделать? Оружие не достаточно. Так. Дерево. Так, у нас появилась ветка еще одна открылась. Нельзя это выкрутить снаряжение. Можно изготовить. Железная руда. А, не, ну да, открылось. Так, а я иду вот у меня, да? Вот это. Железный катан 2. Это у нас нет, да, ничего. Да, пока нельзя. Жалко. А доспех? Так. На этого надо древние кости. Еще ли не здоровье, кстати. Ну, здоровья мне, в принципе, хватает. Здесь от грозы и это дракона. Интересно, интересно. А тут у меня что? Так, а наручи нету. Нет. Так, вот. Могу вот эту сделать штуку. Что дает устрашение? Что такое устрашение?
Устрашение, уровень 1, снижает шанс того, что маленькие чудовища нападут, обнаружив вас. Не дают некоторым чудовищам нападать на вас, даже если вас заметят. Ну, в принципе, хороший навык, ну, мне мой больше пока нравится. У меня усиление атаки. Так, а здесь что у нас? Аппетит. Что такое аппетит? Аппетит увеличивает скорость поедания мяса поглощенных предметов. А, ну тоже полезно. Например, выпить быстренько это. Здоровье, ну, флакон со здоровьем. Раз, все, немного увеличить скорость получения. Да, скорость, все помню. Так, а тут что? Быстрый ползун. Нет. Туда нажал. Увеличивать скорость передвижения в приседе. Ну, понятно. Так. Отжал еще не открыт. В воде и снегу. Так, у меня что тут по башке? Сопротивление голоду. Так, а тут что? Аппетит. Еще раз. Давай сделаем. Так. А что надо? А тут что надо? О, тяжелый удар. Давай ты, наверное, вот это сначала сделаем. Хотя. Мастер. О, тяжелый удар. Давай посмотрим. Сила оглушения. Классная штука. Так, а это что делает? Это малый кость чудовище, шкура кистодонта. Вот шкуры кистодонта 2, малых из чудовища тоже. Энтомолог, это у нас... Не, сломать тело, мой прием, понятно. А тут штаны, что у меня? Шеф-повар, да? Ну, штаны вот тут, вот эти, на эти можно заменить, мне кажется. Быстрый ползун. Еще раз, что такое? Приседе, ну это... В принципе, нет, не надо. Томолог тоже не надо. Так, а шеф-повар что дает мне? Навык приготовления мяса. Такое себе. Давайте сначала вот это нам сделаем. Тяжелый удар. Да. Давай сделаем. Что, никто не говорят ой или бой. Бой, наверное. Так, да, использовать. Получили, да? Хорошо, теперь. Это у нас мастер рога. Продлевает эффект от охотничьего. От охотничьего рога. Это оружие такое есть. Не, мне не надо пока такого. Вот укрепление я бы взял. Временно повышает атаку и защиту после каждого обморока до 2 раз. Ну, в принципе, тоже пригодится. Так, ладно, понятно. Так, а это что мне дает? Быстрый ползун. Это у нас устрашение. Это у нас аппетит. Этот надо сделать, давайте сделаем. Ой или бой, они говорят, это понятно.
какая у нас девочка будет. Как девочка? Блин, сиськи что-то маленькие какие-то. Побольше бы можно было бы сделать. Так, ладно. И чё, всё? Жалко, жалко. Я бы эти... А, ну, в принципе, всё, да. Мне больше ничего не надо. Да? Так, давай назад. Многослойный не нужен. Оружие я не могу сделать. А, подожди. А улучшить могу? Так, улучшить. А, нет, не хватает сырья. А так можно было улучшить. Да, не хватает сырья. Ну ладно. Не хватает, не хватает. Так, ладненько. Ковать снаряжение палика. Давай посмотрим, что там у палика можно сделать. Коготь большого ягра самого. Можно вот эту штуку ему сделать. Ближний бой 2. Так, понятно. Ближний бой 2. Дальний бой 4. Давай сделаем вот ему эту штуку. Ай, блин, 80 очков. Надо экономить. Я забываю, тут не золото, тут очки. Так, ладненько. У меня... А, в принципе, у меня очков хватает. О, надо было, блин. Тыква для кота, редкая 3. Блин, чё же я не посмотрел. Он прикольный. Ну, 14, 12, ударные, рубище. Ну, даже не знаю, у меня вход защиты, но можно жуткий наряд кота. А тут что у нас? У меня две штуки всего. Билеты раздаются. Так. Защита прямо всего. Или вот это все-таки сделать? Я про палика ничего не знаю. Ему чё, вот он тоже бьет кого-то, что ли, чё? Ну чё, тыква вот эта мне, конечно, не очень нравится. Пока не буду, наверное. Посмотрим, что дальше будет. А вот комплектик ему, наверное, вода. А хотя нет. Это гроза и дракон. Дракон. А тут все по одному, но это защит 14. Пусть. Можно, в принципе, ему вот это сделать. Тут просто защита. Грив большого Яграса. Гроза 2 и дракон 2. Давай, наверное, да, вот это сделаю. Ой! Вот.
придумали сделать шлем, да? Ну, это я не буду ему. В принципе, вот это можно еще сделать. Дарная. А у меня какое? Рубище. Удар, наверное, оглушает лучше. Давай это сделаем. Да, монстр такой получился. Блин, я не знаю, вот это вот вообще хорошее прям. Давай. Сколько там очков требует? 150. Обойдется пока. Так, ну, все вроде бы. Ударная. Тут. А, дальний бой 4, а тут. Да пусть дальний бой будет пусть 4. Все. Управление кинесекта смог не бежать. Греха, Греха. Так, ну вот как-то так. Что у нее есть? Присылаем сеансу игры, если мы задаем, нажмем. А у нее что-нибудь появляется? Оружие до старта. Ничего не появляется. Ладно, мы тоже неплохо выглядим. Так, ну что, ребят, как-то так, уже почти час видео идет. На этом я закончу. Наверное, в следующей серии мы будем здесь немножечко тоже побегаем, поговорим, чтобы открыть задание. В принципе, игра нравится, но начинаешь что-то понимать. Там дальше посмотрим. Ну... На этом все. Всем пока. Будьте здоровы, самое главное. Берегите себя, свое здоровье, свои близкие. С вами был Редат. Если нравится видео, стрим на моем канале, будьте добры, подписывайтесь. Это помогает, продвигает, развивает канал. Самое главное, это мотивирует меня. Подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на ВК Play Live, на Twitch. Там будут проводиться трансляции. Все ссылки под баннером на YouTube. Кому интересен мой контент, вот подпишется. Всем пока.